Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие несколько минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Я помню, как песни Закомского пели мои родные, папа, мама. Журналисты Десногорска приняли участие в первых исаковских встречах. Перекресток УТЦ оборудовали пешеходными светофорами. Ну так его кто заездил, этот камень-то? Кто распил? Автолюбители такие же, как вы. Очередное заседание административной комиссии. Муниципальный этап школьной баскетбольной лиги. А теперь об этих и других событиях подробнее. Победителей выборов в одномандатных округах Ольгу Окуневу и Сергея Неверова официально зарегистрировали в качестве депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва от Смоленской области. По результатам голосования 18 сентября Ольга Окунева одержала победу в 176-м одномандатном округе, а Сергей Неверов в 175-м. Оба округа были сформированы на территории Смоленской области. Впервые в истории Смоленщины на Ельнинской земле прошли исаковские встречи. Кто выступил организатором этого важного мероприятия и как оно прошло, расскажем в нашем сюжете. Ровно полгода назад в редакции Ельнинской районной газеты «Знамя» был установлен бюст Михаила Исаковского, работы скульптора Константина Куликова. Тогда же члены пресс-клуба «Чистая энергия» во главе со своим руководителем, лауреатом Всероссийской премии имени Булгакова Владимиром Королевым, предложили проводить исаковские встречи в Ельне и каждый раз посвящать их юбилею той или иной песни нашего знаменитого поэта. Эта благородная инициатива получила поддержку, и первая встреча была организована редактором газеты «Знамя» Михаилом Козловым и преподавателями Ельнинской детской музыкальной школы имени Глинки. Журналисты Десногорска с удовольствием приняли приглашение на встречу, ведь в текущем году исполнилось ровно 70 лет со дня написания самой проникновенной песни о Великой Отечественной войне «Враги сожгли родную хату» и 75 лет песни «До свидания, города и хаты». Собравшимся смоленским журналистам, писателям и поэтам рассказали об истории создания песен. Также в зале звучали замечательные песни Исаковского. Зрители не остались безучастными, и весь зал подпевал исполнителям. За берез не слышен, небесом залетает желтый. Внучка Михаила Исаковского Татьяна Шаперина направила послание организаторам и участникам проекта «Исаковские встречи» со своим автографом, где выразила надежду, что эта инициатива найдет поддержку во всех районах нашей дорогой Смоленщины. Хочу пожелать, чтобы те последователи Исаковского, которые сейчас живут на Десне, писали замечательные свои произведения. И мы встречались и дальше устраивали замечательные встречи с Михаилом Васильевичем Исаковским. На встрече гости щедро делились своим творчеством с земляками, читали стихи и пели песни. Каждый участник первых исаковских встреч через творчество Михаила Васильевича стал великим гражданином великой России. Наши первые исаковские встречи заложили добрые традиции, которые, думаю, будут продолжены нами же с участием работников культуры, искусств Смоленской области и соседней Белоруссии. И наши исаковские встречи станут международными встречами. В следующем году будет 3 знаменитых песни, им 75 лет. Это абсолютно смоленская песня «Ой, туманы мои, растуманы». Это «В лесу при фронтовом». Песня 42-го года. И, конечно же, «Огонек». Вот, смотрите, у нас 3 исаковских встречи впереди. Где они пройдут? Я думаю, что одна из них точно будет в Десногорске. Участники первых исаковских встреч заехали в редакцию газеты «Знамя», возложили цветы к бюсту знаменитого смоленского поэта-песенника и сфотографировались на память. Смоленские пожарные минутой молчания почтили память московских коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. 22 сентября на востоке столицы произошел пожар на складе пластиковых изделий. Его тушили более 14 часов. Пожарные расчеты спасли из горящего строения более 100 работников, но из-за обрушения кровли погибли 8 пожарных.
Перекресток УТЦ давно требовал улучшения безопасности как для водителей, так и для пешеходов. И вот, наконец-то, это свершилось. 26 сентября там установили пешеходные светофоры. Светофоры для автомобилистов работают теперь в другом режиме. Есть интервал, когда со всех сторон горит красный свет, и движение автомобилей полностью останавливается. Зеленый свет для пешеходов занимает 23 секунды. За это время вполне можно успеть пройти по переходу. Этот перекресток является одним из самых опасных в нашем городе. По количеству аварий он рекордсмен. Пешеходу здесь было очень сложно перейти дорогу. Теперь же можно, абсолютно не опасаясь за свою жизнь, попасть на другую сторону. Специалисты в течение двух дней занимались установкой, подключением и наладкой светофоров. Всего их 4, по одному на каждой стороне перекрестка. Пешеходы и водители сошлись в едином мнении, что этот шаг действительно был необходим. Тут перекресток чуть ли не самый опасный у нас здесь, в Нагорске. Тут постоянно вот машины бились, насколько мне известно. Пешеходов вроде еще не давили, но не дай бог. Поэтому вовремя сделали. Удобно. Допустим, если куда спешишь, то уже... Видишь, сколько тебе времени. А так, в основном, нормально. Обязательно нужен, конечно. Здесь же много ходят людей. Здесь машины никакой, не понимаете, едете, и все. А это хорошее дело. Да. Красота, что вы поставили. Лучше, наверное, для пешеходов стало. А вам создают какие-то неудобства? Ну как, подольше стоим теперь. А так, в принципе, нормально. Замечательно. Не просто, а так и надо было. Во-первых, есть время не водителям сориентироваться, а не так, что один на желтый, второй на желтый. А сейчас хоть какой-то есть промежуток. Поэтому очень замечательно. Пока еще не все водители и пешеходы привыкли к новому порядку движения. Поэтому будьте бдительны. Надеемся, что теперь этот перекресток станет действительно безопасным и аварии прекратятся. Днем 27 сентября в 3-м микрорайоне Десногорска напротив торца 20-го дома 19-летняя девушка на автомобиле «Opel Omega» сбила 7-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения в виде ссадин. 27 сентября состоялось очередное заседание административной комиссии. Какие статьи областного законодательства чаще всего нарушают десногорцы и во что это им обойдется, смотрите далее. Всего было рассмотрено 23 протокола, 19 из них за нарушение правил благоустройства, статья 17.4 областного закона об административных правонарушениях. Нарушение запретов, установленных правилами благоустройства территории городского округа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей. 8 граждан, нарушивших правила благоустройства, оплатят минимальный штраф в размере 3000 рублей. А те граждане, которые заседание комиссии проигнорировали и свое поведение не объяснили, подвергнуты административному взысканию в 4000 рублей. Напомним десногорцам, что правила благоустройства размещены на официальном сайте администрации нашего города в разделе Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу. Правила опубликованы с изменениями, утвержденными решением депутатов от 29 февраля текущего года, номер 183. Десногорцев, нарушавших тишину и спокойствие граждан в ночное время, на этом заседании было четверо. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение для наложения штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. По единодушному решению членов комиссии по всем 4 протоколам на граждан, нарушивших 27-ю статью областного закона об административных правонарушениях, наложен штраф в размере 1000 рублей. Следующее заседание комиссии состоится уже в октябре. 3 дня в Десногорске проходил муниципальный этап школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». 28 сентября состоялись последние игры и определились победители. Кто же теперь будет представлять наш город на соревнованиях более высокого уровня, узнаете из нашего сюжета. Этот этап организовал комитет по образованию Десногорска. В нем приняли участие баскетбольные команды всех 4 школ города, как девочки, так и мальчики. Всего 8 команд. В финальный день соревнований уже было понятно, кто станет победителем среди девочек. А вот мальчишки боролись до последнего. Накал страстей, эмоций, дриблинг, голы, фолы – все, что нравится в первую очередь зрителю, можно было наблюдать в этот день на баскетбольной площадке.
Даже по окончании игр было непонятно, кто же станет лучшим среди мальчишек. Борьба развернулась между ребятами из первой и второй школ. Победители определили только по очкам поздно вечером. В прошлом году у мальчиков и у девочек первыми заняла команда школы номер 3. В этом году фавориты изменились, и мы возлагаем на них такие же надежды, как и в прошлый год. Следующий этап соревнований пройдет в Рославле. Честь Десногорска будут защищать команды девочек из второй школы и мальчиков из первой. Тренировать их будут уже профессиональные баскетбольные тренеры, которые в них верят и надеются на победу. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-тв.ру. Спасибо за внимание. До свидания.